программа инициативного бюджетирования стала одной из самых востребованных в районах республики. Жители сами решают, что бы они хотели изменить в облике своего села, деревни, и получают финансовую поддержку из республиканского бюджета. Так, в Янтиковском районе уже реализуются 29 проектов. На улучшение инфраструктуры выделено более 18 миллионов рублей. Работы ведутся на разных объектах. Благодаря этому будет отремонтирован обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Тинеево. Установлена детская площадка в деревне Ураз-Косы. Установлены домики на кладбищах деревень Новая Буянова и Старая Буянова и другие. Напомним, в рамках программы инициативного бюджетирования в 2018 году в районе реализовано 6 проектов на общую сумму 11 миллионов 866 тысяч рублей.